Так, это моя любимая позиция. А, здесь повыше. Тут уже XM-ка подъезжает. Ладно. А вдруг? Вот это вдруг зашло. А ну еще разочек свет. Блин, не добью. Куда собрался? А, 72-очку уже не пробил. Блин, и там некому помогать из союзников. Печаль. Не летит. Да офигеть. И чё, они поджались. Надо переезжать. Один УБТ далеко сильно проехал, а другой УБТ тупой стоит просто здесь, прям на горочке, вместе с ИТ-шками. Не помогает нифига. Ой, ВБЛ-ка подъехала. Сейчас будет жопа. Да, вообще не поднимается жопой в горку. Оп! И не пробили. Да чтоб тебя, вот как раз сейчас бы и пробил. Ой-ой-ой, как он стоит классно. И в момент выстрела он заезжает. Аккуратничает. Зашла, не зашла. Да офигеть, у него бортом, он бортом же стоит. Почему я его не пробиваю? Что за прикол? А, как же им везет. Ну, хоть так я попадаю. Ой, надымил-то. А кто будет светить теперь это все дело? Сейчас в упоре появится. Оба, XM-ка уже там. Надо давить обратно. Они уехали. А как давить? Кто поедет? Никто не едет. ББМ-ка стоит, сытся. Что нас разделили на две части. Там два УБТ остались, и мы здесь кучкой бегаем. О, наконец, такие прок есть от БМД. Там где-то еще катается Стингрей. 72-й уехал. Так, горочка наша. Почти. Блин, они все там. Тут остался раз, два, три. Остался буквально этот 72-й, и его прикрывают. Прикрывает БМП, это не факт. Уже нет, никто его не прикрывает, он один здесь.
Вот здесь они, вот здесь. Атакуем, пока они сюда не вернулись. Пошли, 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 5-3. Так, фуловый Стингрей, объект XM. Тяжковато с ними будет. XM в центре вместе с... О, Стингрей забираем. Пошли, 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 просто забираем его. Пока объекты всякие не подъехали с XM-ками. Ай-яй-яй-яй-яй, вены. А где будем? Зайти будет помогать вообще, нет? Я без ВНов, а он на кумулях. Тапсусок будет стрелять или нет? Пробивай! Таран! Не таран! Ох, чтоб тебя, неповоротливая корыта! Не пробил в борт! Прикиньте, пулеметом не пробивал в борт! Так, залетаем. Залетаем, XM-ка шотная. Отлично! Вытащили! Вот это, конечно, под был со Стингреем, сейчас мог слиться. Ну, в целом, подводя итоги по этой сушке, сушка, ну, не самая плохая, просто потому что здесь офигительная альфа. 700 урон, 730, и я вижу здесь две конфигурации. То есть, с одной стороны, вариант первый. Это заточка на чисто на урон. Ставите Кортеза, ставите краску. Ну, здесь, естественно, скорострельность. Ну, время прицеливания пригодится точно. Кстати, экипаж почти прокачался. Офигительная альфа. Незаметности, в принципе, хватает. И снайперская стрельба. Опять же, прожимаете. Здесь плюс скорострельности. Еще точности добавляет вам. То есть, ну, вещь хорошая. Либо вариант другой. Вы ставите сюда O'Connell. Сюда ставите оптику вместо незаметности, чтобы немножко можно было, адаптивную, естественно, чтобы немного можно было себе посветить. И как вариант, опять же, либо оставить снайперскую стрельбу, либо взять форсаж для того, чтобы в случае чего вы могли максимально быстро передвигаться от позиции к позиции. Вот пока вижу два таких варианта. В целом пушка офигительная, 14-миллиметровый пулемет тоже помогает. Но опять же, вопрос в том, что... Если на вас все-таки будет какой-то картон врываться, то этому картону вообще не проблема вас закрутить, потому что она поворачивается на месте очень медленно. И как бы вас просто, вы просто не успеете довернуть. Хотя лоб, например, довольно крепкий, автопушки более или менее держит ту же ВБЛ-ку. Но ВБЛ-ка не будет стоять вам и стрелять в лоб, она вас просто закрутит. Поэтому здесь, конечно, подвижность, скорость поворота, ну, 42 градуса, да. Максимально... Экипаж, я думаю, можно здесь экипаж. Вот к скорости поворота, надо будет как раз сейчас докачаю, открыть. Хоть немножко пободрее. Здесь, опять же, можно скорость поворота башни взять, потому что в целом точности здесь даже базовой хватает. Со снайперской стрельбой вообще офигительно. Ну и... Ну здесь, наверное, урон по модулям, как обычно. Я думаю, как-то так. Но такая, на любителя. Сушка, она очень командозависимая будет. Потому что если вы остаетесь один, тащить там не особо получается. Опять же, за счет того, что у вас альфа хорошая, но перезарядка 8 секунд. Поворотливость никакая. Но с другой стороны, опять же, почему мне понравился вариант с Кортезом. 840 альфы каждым выстрелом очень часто позволяет вам добивать противника, которого осталось... Как раз прочности там 600, 700, 800 даже. Это реально иногда роляет. То есть просто типы выезжают, и ты их ваншотишь. Была бы здесь альфа какая-нибудь типа там 600, и при этом скорострельность была бы получше, то, мне кажется, совсем сушка получилась бы, ну, такая прям вообще ни о чем. А вот
Просто альфа, альфа тащит. Фугасы здесь тоже, опять же, хорошие, за которые точно не стоит забывать. Но и сказать, что прям чисто на них катать и прям офигительно альфа, нет. Боекомплект странно, да, 30 снарядов всего, но вроде хватает, пока хватает. Если налево-направо не стрелять блайндами, то в принципе хватит. Так что пойдет, нормальная этэшка. Не могу сказать, что прямо, теперь это моя любимая этэшка. Конечно же нет, да, я люблю подвижные танки. Но в целом играть вполне себе можно.